Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1704 из сборника Демидовича. Найти следующий интеграл. dx, деленное на косинус x. Самое простое, что можно тут сделать, это свести к номеру 1703, который уже разобран. Давайте напишем интеграл dx, а в знаменателе вспомним формулу приведения. А именно, косинус x – это синус x плюс π пополам. Далее, заменой t равно x плюс π пополам, данный интеграл сводится просто к номеру 1703. dt равно dx. Так, и мы получаем интеграл dt, деленное на синус t. Итак, ссылочка на номер 1703 появляется, а мы пишем просто сразу ответ, что это логарифм модуля тангенса t пополам плюс константа. Ну и теперь обратная замена. Логарифм модуля тангенса x пополам плюс π на 4. Модуль закрывается, плюс констант. Это и есть решение задачи? Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединяйтесь к телеграм-каналу и, конечно, обращайтесь за решением ваших задач.